Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Рад вас видеть. Как все равно вот то, что вы активно выступаете в этом сезоне и побеждаете на международной арене, все равно не забывайте Россию, не забывайте Жуковский. И сегодня опять выступили. Почему вот вы решили выступить именно в России? Ответ очень простой, потому что Дмитрий Гарикович внес этот турнир в план подготовки, к основному старту сезона, поэтому сегодня мы здесь. И очень здорово, что сегодня мы вспоминаем прекрасного тренера, и это правильно, это нужно. Я рада быть в Жуковском, я рада прыгать. Как вам нравится здесь выступать? Да, конечно. По-моему, вы любите выступать в Жуковском, я заметил. Я люблю везде выступать. И Жуковский не исключение. Все отлично. Как вы следите за выступлениями наших спортсменок? И юниорки, имеется в виду, есть какие-то перспективы, что у вас появятся конкурентки в России? Естественно, есть перспективы. Молодежь всегда хочет прыгать выше и стремиться к этому. Поэтому я уверена, что поколение растет, поколение сильное, целеустремленное. И вам будет не скучно в России? Конечно. Главный старт какой? Чемпионат Европы? Чемпионат Европы. Ну, тогда вам остается просто пожелать успешно как бы подготовиться к чемпионату Европы, выступить там, порадовать нас очередной яркой победой. Спасибо. И чтобы все у вас получалось. Спасибо вам большое. Огромное.